Всем привет! Сегодня я хочу провести для вас небольшой видеообзор трикотажной пряжи и фурнитуры от магазина «Пряжа Центр». Трикотажная пряжа «Бисквит» представлена в двух вариантах. Это моточки и ролики. Главное отличие моточков от роликов в том, что из моточка вы можете сразу начинать вязать, то есть это уже готовая нить. А из ролика вам для начала нужно самостоятельно эту нить сделать. Делается это очень просто. Просто растягиваете пряжу в разные стороны, и она принимает нужный вам вид. Если вам нужна пряжа потоньше, можете потянуть чуть сильнее. Вся пряжа бисквит с лицевой нарезкой. Преимущество лицевой нарезки в том, что изделие получается ровнее. Вот видите, ниточка какая ровная. Без узлов, без перепадов ширины. И вот эта именно лицевая нарезка дает нам преимущество перед изнаночной. В том, что можно изделие, скажем так, если оно вам не понравилось, если вы его распустили, его можно перевязать. То есть пряжу эту можно восстановить. Как-то отпарив, либо постирав и высушив. У изнаночной пряжи, конечно, с этим есть небольшие проблемы. Также я заказала фурнитуру из эко-кожи. Она идет под маркой Мармелада. Также она изготавливается компанией Пряжа Центр. Как я уже сказала, это итальянская эко-кожа. Я заказала набор для торбы. Это получается дно, коротенькая ручка, длинная ручка с цепью и утяжка. Смотрите, все как аккуратно сделано. Карабины такие добротные. Если вам, например, нужна фурнитура для рюкзака, вы можете заказать все по отдельности. Заказать только дно и утяжку. Посмотрите, какой красивый цвет я выбрала. Это серый цвет с такими блестящими вкраплениями. Очень красиво будет в сочетании вот с таким цветом Tiffany Melange. Еще один цвет, который я заказала, это корица. Вот он такой красивый, коричневый, благородный цвет. Из него я хочу связать, наверное, шопер. Также мне понадобится для этого два моточка. Для того, чтобы заказать трикотажную пряжу и фурнитуру на Пряжа Центр, переходите по ссылке, которую я оставлю под видео. Также вы можете использовать мой промокод BEHEAD для того, чтобы получить 5% скидку на ваш заказ. Вяжите на радость себе и своим близким. Всем пока!